Дети, не бойтесь. Все в порядке, народ успокоился. Да, Валиде, мы видели. Мы смотрели из башни справедливости. Но не об этом речь. Касыма нет. Он считает, что Баязет имеет отношение к исчезновению брата повелителя. Он пошел вслед за Баязетом. Какое это имеет отношение к Баязету? Не знаю. Султанша? Куда ты ходил? Я ходил на могилу матери. Вы знали? Я вам сообщил. Что-то случилось? В чем дело? Касыма нет. Ты его видел? Встретил его? Гюльбахар Султан? Нет, не видел. Интересно, куда он мог пойти? А вдруг пошел вслед за нашим повелителем? Скоро придет. Скажи Кемалкешу, пусть найдет Касыму и немедленно приведет сюда. Как прикажете, султанша? Что там делал Касым? Видать, следил за шахзаде Баязетом. Другого объяснения нет. Но хорошо, что вы вовремя сообщили. Отныне вы здесь будете оставаться. А Касым? С ним что будет? Как мы выкрутимся? Если заметили его отсутствие, то Кюсэм уже давно начала его искать. Может, мы совершили ошибку, отправив Баязета во дворец? Главная ошибка в том, что вы жили в доме Калики Хатун, султанша. Будь моя воля, давно бы убил ее. Но если она исчезнет, то еще больше подозрений навлечем на себя. Я многократно предупреждал шахзаде, но он ни вас не слушается, ни меня. Если он не пожелает настолько же сильно, как и мы, сесть на трон, то я не знаю, что будет в конце. Что ты хочешь сказать? Говорю, что совестливость и милосердие шахзаде может стать нашей погибелью, султанша. Отныне он должен видеть всю правду. Вы не расстраивайтесь, султанша. Я найду какой-нибудь выход. Пока я жив, никто не сможет причинить вам вред. Я защищу вас и нашего шахзаде. Пойдем со мной. Хатун! Хатун, вставай! Вставай! Шахзаде! Кто вы? Я Кеманкеш Шахзаде. Мы пришли забрать вас. Кеманкеш? Халиляга?
Где я? Где я? Мы должны вернуться во дворец, шахзаде. Валиде Султан ждут вас. Каждый мой поступок ведет к новой неверной дороге, Синан-паша. Я встал на такой путь, что не знаю, как выйду. Что случилось, то случилось, шахзаде. Вы действуете так, как мы и договаривались. Не вызывайте подозрений, этого достаточно. Словно у меня есть другой выход. Как моя валиде? Где она сейчас? Она переехала в безопасное место. Некоторое время останется там. Я буду поддерживать связь между вами. А Калика? Отныне вы будете держаться от нее подальше, шахзаде. Сейчас не время для сердечных развлечений. Тем более из-за нее вы попались. Разве стоило из-за одной женщины подвергать опасности Гюльбахар Султан и себя? Не я, не Калика. Ты виноват в том, что мы в таком положении оказались, Синан-паша. Ты и моя валиде. Ваши игры привели нас до этого. Вы знаете, сколько шахзаде лишились жизней под этим куполом? Сколько детей? Сколько братьев? Причем, когда не было никакой вины, греха. Многих задушили во сне. Возьмитесь за ум, шахзаде. Это не игра. Это война. Ваша валиде сражается за то, чтобы вы остались живы. Но она знает, если вы не возьмете в руки свою судьбу, то станете одним из тех жалких, безымянных шахзаде. Она знает это. Ты влюблена или обезумела, м? Ты странная с тех пор, как пришла Калика Хатун. Послушай. Послушай, что с тобой, ну? Ничего, просто задумалась. Посмотри в мои глаза. Разве я проглочу эту ложь, а? Что случилось? Это связано с шахзаде Байзетом, так? Сколько раз повторять, брат? Нет ничего подобного. Разве я видела лицо нашего шахзаде? Кого ты обманываешь? Ладно, я в свое время все сказал. Ты играешь с огнем, Калика Хатун. С огнем. Касым? Что у тебя за вид? Твоего брата-повелителя нигде нет. Народ собрался у дворца. Ты развлекаешься в таверне? Ложь. Клевещут. Какая еще клевета? Ты шахзаде великого государства, а посмотри на свой вид. Валиде. Гюльбахар Султан жива. Она не умерла. Гюльбахар Султан умерла. Гюльбахар умерла. Она не умерла. Вы посмотрите на его вид. На ногах стоять не может. Уведите его, чтобы глаза мои не видели. Валиде, похоже, он потерял разум. Конечно, потеряет. Он вино пил. Поэтому ему и привиделось такое. А если не привиделось? Если Гюльбахар Султан жива, такого быть не может? Гюльбахар умерла, Ибрагим. Я была около ее трупа.
Султанша, благая весть. Наш повелитель вернулся во дворец. Хвала Аллаху. Он пошел в покое покойной Айше Султан. Доброй ночи. Силахтар, сколько это будет так продолжаться? Ты не смотришь мне в лицо, без необходимости не говоришь. Делаешь вид, что меня нет. Как можно жить отдельно, находясь под одной крышей? Силахтар, ты расстроен, я это вижу. Позволь мне помочь тебе. Вместе залечим нашу рану. Султанша, я несколько дней был в пути. Очень устал. С вашего позволения, я хотел бы отдохнуть. Что со мной сделали? Говори. Ты о чем? Не играй со мной в игры, Баязет. Мы были дома у Калики Хатун. Я видел вас, Гюльбахар Султан. Вы чем-то ударили меня по голове. А дальше я ничего не помню. Когда я очнулся, то был здесь. Ты не понимаешь, что говоришь, Касым. Очевидно, ты до сих пор под действием опиума. Твоя ненависть ко мне так застилала тебе глаза, что ты даже в этом винишь меня. Баязет. Касым, Баязет, не надо. Ты не вмешивайся. Не надо. Стража. 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 Что здесь происходит? Касым, Баязет. Султанша, простите, но он сказал такие вещи, что я не смог удержаться. Он продолжает врать, глядя нам в глаза в ряды. Гюльбахар Султан жива. Не знаю, что они спланировали, но она жива. Я видел ее своими глазами. Они прячут ее в доме Калика Хатун. Кто такая Калика? Партнерша Бенема Аги в таверне. И тайная возлюбленная Баязета. Ты потерял рассудок. Султанша? Ничего подобного нет. Касым, отправляйся в свои покои и жди меня. Сколько хочешь, скрывай. Но все узнают, что ты затеял. Все узнают. И самое главное, брат-повелитель. Баязет, правда рано или поздно всплывет наружу. Если я должна что-то знать, лучше скажи сейчас, чтобы не стало еще хуже. Что такое говорит твой брат? Он видел твою мать, она жива? Султанша, разве такое возможно? Сколько месяцев прошло? Вы сами сообщили мне о смерти моей валиде. Касым так пытается оправдать свой проступок. Он насмехается над моей болью и горем.
Вместо того, чтобы молчать после такого поступка, ты еще нападаешь на Бейзета? Я думала, что после всего, что произошло, ты исправишься, поумнеешь, но ничего не изменилось. Почему вы мне не верите? Я говорю, что Гюльбахар Султан жива. Он еще твердит о Гюльбахар Султан. Касым, ты Шехзаде. Что значит проникать в дом свободной девушки? Чтобы я больше не видела тебя в таком состоянии. Если увижу, то не пожалею и все расскажу своему сыну-повелителю. Я докажу вам. Салиха! Салихага! Поведение Байзета показалось мне странным. Я приказал следить за ним. Султанша? Шехзаде Байзет вышел из дворца, и я тут же сообщил нашему Шехзаде. Мы вместе направились домой к Алике Хатуну. Ты видел там Байзета или же Гюльбахар Султан? Я никого не видел, Султанша. Я всего лишь сопровождал Шехзаде до дома этой Хатун. Шехзаде отправил меня обратно. Выйди. Если не верите мне, спросите у Калики Хатун. Она замешана в этом деле. Только она сможет сказать вам правду. Хаджа, расскажи правду Киманке Шаги. Пусть и найдет Калику Хатун. Посмотрим, правда ли это. Как прикажете, султанша. Повелитель отправил вести. Он ждет вас в покоях для аудиенции. Пока это дело не решится, ты никому и ничего не скажешь. Почему повелитель желает видеть меня в покоях для аудиенции? Раз ты просил меня прийти сюда, дело очень серьезное. Я слышал, что море событий превратилось в сель и добралось до моего дворца. А вы? В качестве регента султаната решили исправить ситуацию. Я вас назначил. Вы так сказали. Вы поставили под свое влияние жизнь и имущество народа. Собрали совет дивана, сделали назначение. И я понял, что вы, как и все остальные, воспользовались моим отсутствием. Я воспользовалась твоим отсутствием? Да. А что я должна была делать? Как ты должна была бросить государство и оставить без хозяина? Чтобы потом мы потеряли это государство? Ты не выполнял свои обязанности. Я не знала, когда ты придешь. Народ направился ко дворцу. Они сказали, что хотят видеть падишаха. Чуть было кровь не пролилась. Вы только этого дня и ждали, так? С того дня, как я положил конец вашему регентству. Ждали, чтобы я совершил ошибку и попросил вашей великой помощи. Чтобы ждал вашего одобрения во всех своих делах, так? Так? Так?
А дело обстоит так, что вы просто никогда не видели во мне падишаха. Сынок, ты еще очень молод. Ты слишком эмоционален. Тебе меня не понять. Ты думаешь, что я пытаюсь заполучить власть и свергнуть тебя с престола? Но ты ошибаешься. Ты падишах всего мира. Но прежде всего ты мой сын, который бегал к главному саду и плакал, когда разбивал лоб. Ты моя душа. Ты память мне об Ахмете. Знаю, сердце у тебя чистое, лицо открытое. Но, сынок, мир любит людей, которые знают меру во всем. А ты при каждой возможности забываешь об этом. Не делай этого. Ты больше всего вредишь себе. Валиде. Вы возвращайтесь в свои покои. И больше никогда не смейте совать свой нос в дела султаната и в дела религии. Киманкеш ага. Вот дом Калики Хатун. Ищите всюду. Что происходит, ага? Что вы делаете? Калика Хатун. Вчера Шехзаде Касым Хазрат Эри приходил сюда. Да, приходил. Он спросил о Шехзаде Баизете. Откуда я могу знать, где он? Он настаивал и проверил каждую комнату. А когда понял, что его здесь нет, ушел. Но Шехзаде рассказал иное. Даже Гюльбахар Султан была здесь. Что? Что вы такое говорите? Разве Гюльбахар Султан не умерла несколько месяцев назад? Какой Шехзаде? Какая Султанша? Клянусь, я ничего не знаю. Что между вами с Шехзаде Баязетом? Ничего? Нет ничего. Разве это возможно? Я... Мы несколько раз столкнулись, когда янычары напали на таверну. И еще в ночь пожара. Вот и все. Больше я его не видела.
Мы ничего не нашли, ага. Собирайтесь, мы уходим. Надеюсь, ты говоришь правду, Хатун. Иначе я заставлю тебя пожалеть, что ты родилась.